Всем еще раз добрый день. Ну, как и говорила, начнем вот с этих колбасок. Вот так они выглядят. Мягкие довольно-таки, съедаться будут очень быстро. И прям похожи на такие человеческие хорошенькие колбасюськи. На запах не очень для человеческого нюха, но они очень отвратительны, как некоторые есть лакомства, которые прямо фу-кака. И мне кажется, это лакомство будут есть. Слушай, самому ворчливому, ой, хотела дать в первую очередь, но ворчуна аж оттолкнули, да? Давай, ворчун, хватай, хватай. Донечка, бери, давай, маленькая. Шейхуня, Фионочка, Милусинка, Вигусинка. Так, что тебе не досталось, Ибуся, да? Сейчас вам дам, дам, миленькие. Кошки, а ты что, не хочешь, что ли? Ну, Ляля, ты-то понятно, бусеночек, на, хватай, хватай. А ты чё это? Чё это ты, маленькая девочка, не хочешь? Буся, а ты кому отдал? А ты просто бросил? А чё это, вот эти двое не хотят? Странные такие. Остальные прямо вон с удовольствием лопают. Вы только посмотрите. Ну, Донечка, как обычно, интеллигентненько у нас. Берет и аккуратненько кушает, да? Лялюшка, а ты куда? А, ты же у меня бегемотик. Ты просто быстро съела, да? Шихуня, ты, мне кажется, спрятал. Ты бы не успел так быстро съесть. Фионка, ты увидела, что я подошла и сразу же это... Кстати, феюшка все-таки прибрала свое копытце. Да на-на-на-на-на. Прямо такая деловарка, а? И господи, батюшки маленькие. Милуська тоже с удовольствием кушает. Вигуся, а ты свое съела или еще просто просишь? Мне кажется, сходите поищите еще. Вот ты точно не успел съесть. Косуля, я сейчас тебе дримису насыплю. Я тебе дримису, ты все равно такое не ешь у нас, миленькая. Ты у нас очень избирательная в своих вкусняшках. Вот нравится ей дримис, и все. Остальное, говорит, да нафиг мне не надо. Не хочу я, и не больно-то надо, да? Сейчас тебя насыплю, миленькая. Ну вот, слушайте, это лакомство зашло. Не зря я купила эту большую упаковку. И очень даже по выгодной цене. То есть прям мне нравится. Тем более для моего количества хвостатых, красивых, животных, да? Это очень удобно. Так ты скусяля такая девочка красивая. Да, ты красивая. Ну а мы всех целуем, обнимаем. Всего хорошего желаем.